Уже с 20 июня Чебоксарский речной порт возобновил свою работу. Это стало еще одним радостным событием ко Дню Республики. Теплоход совершает рейсы из столицы Чувашии в поселок Сосновка в пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни проходят прогулочные часовые рейсы вдоль Волги. Другое популярное направление на левобережный пляж до ослабления эпидемиологической напряженности закрыто. Но в речном порту готовы будут выполнять рейсы и туда, после нормализации обстановки. Теплоход загружаем пока только на 50%. Это примерно 120 человек на рейс. Желающих, да, много. Особенно выходные, идут звонки, приходят люди, все соскучились. В этом году было достигнуто соглашение между вот нашей администрацией, руководством республики, администрацией города. Пришли к мнению, что надо открывать, работать. Рейсы проходят нормально, народ соскучился. Говорят, что спасибо, что начали работать, вот, отдыхают хорошо, довольны, вот, хотят, чтобы побольше было, ну, рейсов. Работа проходит с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. Это неполный загруз судна, рассадка с соблюдением дистанции, обработка борта после рейса, а также обработка рук, масочный режим, замер температуры. Вместимость теплохода 240 человек, отправиться в поездку могут одновременно не более 120. Соскучились по работе те, кто отвечает за осуществление перевозок речным транспортом. Соскучились по работе, как сказать, руки соскучились по штурвалу, снова начали работать, довольны мы сами. Ну и люди, которые с большим удовольствием отправляются на очередную прогулку по Волге. Видели город, пляжи. Я уже давно хотела, еще в прошлом году хотела, на свои дни рождения их не было. Вот решила сегодня во время праздника прокатиться. Впечатление очень классное, еще хочу. Отправиться в небольшое путешествие по Волге вы можете уже сегодня. Теплоход «Чувашия» отбывает по расписанию. Руслан Иванов, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.